Чтобы увидеть экзотических животных, не нужно ехать за 1000 километров. Они сами приехали в наш город. В одном месте вараны, ящерицы, обезьяны и даже танцующий попугай. Калинка, калинка, калинка моя. Всего более 70 видов редчайших животных, и каждого можно покормить, взять на руки и сфотографировать. Ой, смотри-ка, какой классный! Этого 9-месячного капуцина зовут Петя. Он очень любит внимание. С удовольствием садится на руки и позирует для фото. Очень много ручных животных, которые зоотехники, которые работают у нас, они дадут вам возможность с ними пообщаться. Два человека находятся в зале, к которым вы можете обратиться, и о нем достанут, в принципе, любое животное. Прямо в центре зала гостей встречает приветливый енот Жора. Правда, поймать его не так-то просто. А этого 4-метрового питона сотрудники зоопарка прозвали «малыш». Весит этот малыш около 40 килограммов. Орел его обитания – Индия, Камбоджа, Лаос. Увидеть его – действительно уникальная возможность. Мне очень все понравились животные, такие прикольные. Выставка работает ежедневно с 11 до 20 часов в торговом центре «Ноябрьский». Редкие животные ждут своих посетителей до 22 января.